Алло, алло, всем привет, все меня слышат? Так, ну-ка попробуйте кто-то что-то сказать, микрофон просто. Привет, привет. Так, есть голоса, слышу. Привет, привет. Отлично. Все, тогда, значит, у нас система налажена. Я надеюсь, вы меня слышите и видите экран, да? Экран вы все видите. Напишите, видите ли вы экран. Да, видите. Все, отлично. Тогда движемся вперед. Вот, Алла, здравствуйте. Вижу вас даже на видео. Вау! Замечательно, я себя не вижу. Ничего, все, сейчас вроде отключилось, да. Видео сейчас не обязательно, потому что у нас... Не вижу вас, Юрий, к сожалению. Меня вы не должны видеть, вы должны видеть только экран. Экран вы видите? Да, экран, все замечательно. Угу. Ну, все отлично. Буду благодаря вам, если что, тестировать. Хорошо, всем привет. Всех девочек еще раз с праздником весны. У нас во дворе март. И недавно мы отмечали с вами 8 марта, поэтому всех еще раз поздравляю с 8 марта. Вот. У нас сегодня такой тестовый вариант онлайн-презентации, который я подготовил для вас. Мы ознакомимся сегодня кратко с нашим проектом и представим новое направление в нашем туристическом бизнес-проекте, ну, которое должно просто для каждого потенциального и существующего уже агента взорвать ваш бизнес в плане заработка, в плане построения организации. И об этом сегодня у нас пойдет речь. Итак, наш проект называется «Зарабатывай, путешествуй». И родился этот проект на базе туристической компании. Мы туристическая компания Elite Travel Group, которая уже 12 лет практически работаем как туркомпания, как travel agency. И вот несколько лет назад у нас возникла идея создать на базе вот этой туристической индустрии какой-то новый уникальный проект для обычных людей, для людей, которые хотят в туризме зарабатывать, которые хотят помогать людям осваивать эту индустрию. И возникла вот такая идея создать такую платформу. Ну, мы сегодня немножко об этом в деталях поговорим. Давайте, прежде чем мы будем говорить о самом бизнесе, о самой нашей программе и о проекте, немножко поговорим о самом туризме. Что же такое туризм вообще? И почему мы выбираем с вами туризм? Ну, если я вам буду задавать вопросы, к сожалению, мы сейчас будем с вами отключены, я вас слышать не буду. Но наверняка каждый из вас, если я спрошу, любите ли вы путешествовать, любите ли вы туризм, наверняка каждый ответит «да, конечно». Так отвечают обычно все люди, которым задаешь этот вопрос. Я лично, ну, не знаю людей, которые не любят путешествовать, не любят посещать другие города и страны, не любят отдыхать вообще. Поэтому туризм – это такая индустрия, которую любят все, и мы сегодня об этом будем говорить. Итак, что же такое туризм? Туризм, на самом деле, это самая большая индустрия в мире. Она огромная. Если ее сравнивать, то есть много разных индустрий, которые там в этой нише берут там миллионы долларов, сотни миллионов долларов, миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов. Так вот, индустрия туризма – это триллионы долларов объем продаж в год. Это огромнейшая индустрия, которую любят, обожают все, как я уже сказал об этом. И туризм – это быстро развивающаяся индустрия. В ней, ну, нет никаких пределов, потому что технологии сегодня меняются, возможности меняются, транспортные средства меняются, возможности улучшать отдых, улучшать направление, менять какие-то маршруты. Все постоянно меняется, ничего не стоит на месте. Это очень быстро развивающаяся индустрия. Мы тоже сегодня немножко об этом поговорим.
И сам туристический продукт, он, конечно, разнообразен, потому что выбор сумасшедший. Это не просто какое-то вот одно маленькое направление, а это огромное разнообразие. И туризм – это такое направление, которое, конечно, людей делает счастливыми. Именно поэтому вот это основа основ, потому что путешествия, отдых всегда делают людей немножко счастливее, остаются прекрасные воспоминания, прекрасные эмоции. И вот это то, что люди приобретают в туризме. Поэтому это такое замечательное направление, о котором не нужно долго рассказывать, потому что его, еще раз подчеркиваю, обожают все, любят все, и туризм делает людей счастливыми. Туристический продукт. Какой же продукт туристический существует вообще? Немножко мы вспомним с вами. Туристический продукт, мы пройдем все его направления, но еще раз вот хочу подчеркнуть здесь, что все знают, что такое туристический продукт. Не надо никому объяснять, что такое круизы, не надо объяснять, что такое экскурсии, что такое туры, что такое отели. Все это знают, все это любят, и все всегда хотят воспользоваться возможностью путешествовать. Вот, какие направления в туризме существуют? Мы все знаем, это туры, мы все знаем с вами, это направление круизы, мы все знаем с вами направление экскурсии. В туризме также есть мероприятия, когда люди приезжают отдыхать в ту или иную страну или город, то, как правило, локально в городе могут проходить какие-то концерты, какие-то спортивные мероприятия, какие-то, может быть, там, выставки, которые любят посещать туристы. Поэтому мероприятия тоже входят в сферу туризма. Огромное направление. Это, конечно, отели, это, конечно, резорты, курорты, это, конечно, перелеты, связанные с авиабилетами, ну и пакетные туры. Вот туры и пакетные туры – это небольшая разница. Есть туры, которые готовятся с датой, куда набираются группы какие-то разных людей, да, вот, а есть пакетные туры, которые предоставляются индивидуально, то есть индивидуально разработанный пакетный тур, в который там включаются те или иные туристические услуги. Ну, мы сейчас не об этом, мы сейчас просто пробегаем важные такие вещи, движемся дальше. Вот мы только что перечислили несколько направлений, и одно из направлений в туризме, конечно же, является круизы. И только вот это одно направление, это просто непочатый край работы, потому что это огромнейшее направление, которое очень сейчас развивается очень быстро, буквально огромными такими километровыми шагами идет это направление. Оно очень удобно для бизнеса, для туризма. Ну вот, давайте немножечко поговорим. Значит, в этом направлении все, каждый год практически появляются новые и новые корабли. Причем они такие становятся огромные, такие красивые, такие технологичные, потому что эти компании все больше и больше используют различных инструментов для того, чтобы человек получал во время отдыха комфорт, во время путешествия его отдых был разнообразен, было много развлечений и очень много. Вот это направление делает для того, чтобы отдых для туристов был очень комфортен. И чтобы он привлекал огромное количество людей. Ну, все, наверное, любят круизы. Вот сейчас новые корабли скоро будут выходить. Они вообще совершенно другие уже, другой формат имеют. Не просто там размеры огромные, а вот действительно это новые технологии, новый дизайн совершенно. Вот. И только в этом направлении каждый год появляются новые маршруты, новые какие-то места, куда эти корабли приплывают. Разрабатываются не только сами корабли, но и сами направления. От Аляски, островов Карибского бассейна, Гавайи, Европа. В общем, нет никаких ограничений. Огромнейшее направление в туризме. Только одно вот это направление круиза, с которыми
работаем мы, наша компания и наши агенты. Огромное разнообразие выбора. Ну и следующее направление, которое мы уже два слова сказали о нем, это туры и экскурсии. Тоже долго здесь останавливаться не буду, но пробежим. Туры и экскурсии – это, конечно же, возможность посещать разные города и страны. Это действительно удивительные истории, которые люди узнают во время путешествий, видят какие-то сумасшедшие красивые места, начиная от исторических городов, заканчивая природными заповедниками, парками. Ну, и это всегда, естественно, опять же, те самые впечатления, новые эмоции. То есть все, что я пытаюсь сейчас показать вот этими картинками, и поясняя по порядку, идя по направлениям, что, во-первых, это огромнейшая индустрия, а во-вторых, это то, что это прекрасный продукт, который все любят. Нам не нужно, еще раз говорю, объяснять людям, чем этот продукт отличается от любого другого. Да? Его все и так знают, его все и так любят. Нужно только показывать вот эти образы, то, что люди хотят приобретать. Это направление, которое позволяет нам весь мир держать на своей ладони, да, потому что выбор в туризме колоссальный. То есть, и вот мы, работая в этом направлении, это наш продукт с вами основной, имеем такую возможность привлекать клиентов с любой точки мира, где бы они ни находились, людей огромное количество, и всем наш продукт подходит. У него нет никаких противопоказаний и огромный колоссальный выбор направлений. Это такой первый важный момент, который нам нужно понимать. Ну, идем дальше. У нас в направлениях остались еще отели, курорты, резорты, да. И, конечно, это тоже целая такая индустрия. Это отдых, все включено, вы знаете, есть такое направление, отдых, все включено, all inclusive резорты, которые люди обожают, да. Это всегда связано с какими-то островами, с пляжами. То, что люди любят, вот непосредственно Лазурный океан, белоснежный песок, солнце. Это всегда связано, конечно, с семейным отдыхом, потому что отели, курорты, резорты в туризме взаимодействуют с семейным отдыхом. Люди отправляются в путешествие с целыми семьями, с детьми. Также люди отправляются отдыхать с друзьями, небольшими или большими компаниями. И вот благодаря тому, что отели, курорты, резорты есть сейчас по всему миру, предлагается огромное количество, огромный выбор, то можно вот отдыхать, как бы отправляться в путешествие туда, где вечное лето. То есть человек выбирает, где ему отдыхать. И многие, кто живут в зимних районах, имеется в виду в холодных регионах, для них это, конечно, путешествие, это тоже всегда вот такой эмоциональный уровень, отправиться в вечное лето на отдых. Ну, большое количество людей любят рестораны, любят новые блюда, новые вкусы, поэтому всегда отели, курорты, резорты связаны с кухней, с ресторанным бизнесом, и это тоже создает много впечатлений и эмоций людей. Видите, какой продукт широкий, да, то есть в любом направлении. Ну и, конечно, люди обожают романтический отдых. Это период, когда люди только-только поженились или планируют жених и невеста, или просто у людей романтические отношения, они отправляются на отдых. И выбор отелей, курортов, резортов всегда сочетается вот с таким романтическим отдыхом. Ну и опять же, отели, резорты и курорты – это не только летний отдых, это может быть вот такой зимний отдых, когда люди обожают наслаждаться непосредственно зимним отдыхом, катанием на лыжах, то есть это, конечно, лыжный курорт. И если мы только вот на эту картинку сейчас посмотрим и посмотрим на это направление, то это тоже огромный такой пласт работы, огромное направление. Это все мы говорим с вами о продукте в индустрии туризма. Да? Движемся дальше. Категории в туризме есть категории направлений.
То есть есть люди, которые путешествовать любят индивидуально, там семьей или парой, или какой-то своей командой небольшой. Это индивидуальное направление. Вот во всех тех круизы любят заказывать индивидуально, туры, экскурсии, отели, резорты, но индивидуально. Также есть в индустрии туризма групповые направления. Это группы, имеется в виду, когда каким-то туроператором создается определенный тур и набираются на определенные даты под этот тур, в который включены различные туристические услуги, набирается группа. Это называется групповое направление, то есть такая смешанная группа. Но также есть группы корпоративные, когда обращаются компании крупные, у которых большое количество сотрудников, там топовых менеджеров или дистрибьюторов, и такие компании хотят, чтобы их кто-то обслуживал, чтобы кто-то организовывал для них отдых. Это называется корпоративные вот такие туристические услуги тоже. Ну и, конечно, существуют тематические туры. Это, например, свадебные туры, это могут быть какой-то отдельной тематики туры. Это категория тематических, потому что она относится тоже к категории направлений, и это тоже огромный, огромный кусок работы в нашем направлении, в нашей индустрии. В общем, что сказать, ребята, время путешествовать пришло, да? Уже, наверное, глядя вот на эти надписи, эти картинки, у многих из вас уже появилось желание куда-то отправиться в очередное путешествие, вот, потому что действительно это такой продукт, который вот вызывает положительные эмоции, мы вспоминаем сразу все счастливые моменты, мы представляем их в будущем во время путешествия, и, конечно, хочется уже что-то спланировать, куда-то отправиться. Это всегда так работает. То есть стоит только с людьми говорить на эту тему. Поэтому мы с вами в прекрасной индустрии, мы имеем прекрасный с вами продукт. Он многообразен, разнообразен, и это дает нам действительно колоссальные, огромные возможности строить бизнес, зарабатывать в нем и развивать это на международном уровне. Поэтому мы с вами называем проект по развитию международного туризма. Проект наш называется «Зарабатывай, путешествуй», и мы движемся с вами дальше. Миллионы людей путешествуют по всему миру. Естественно, раз кто-то путешествует, то, соответственно, индустрия это как-то работает, и кто-то на этом должен зарабатывать, да? Вот как работает индустрия туризма? Кто путешествует, а кто работает? Давайте разберемся сейчас, как это все происходит. Итак, есть продукт, туристический продукт. Мы его с вами уже пробежали, туры, экскурсии, круизы, отели и так далее. Так вот, туристический продукт производит поставщик, да? Производитель-поставщик. Это владельцы отелей, это круизные компании, это туроператоры, у которых свой транспорт, свои там автобусы, свои гиды и так далее. Вот. В общем, понятно, что кто-то производит вот непосредственно сам туристический продукт. Наша компания, кстати, тоже является поставщиком, то есть мы и как туроператор, и как турагентство. Мы можем продавать чужие туристические услуги, и мы можем представлять на рынок свои туристические услуги со своим транспортом, со своими гидами, со своими турами. Вот. Так вот, вторая категория здесь в индустрии туризма – это продавец. Да? Продавец, агент, консультант или это агентство – это непосредственно та часть, которая занимается продвижением туристических услуг от поставщика до клиента. Или от клиента до поставщика. Да? Извините, я еще не выздоровел до конца, поэтому иногда кашляю, не могу сдержаться. Вот. И вот это второе звено очень важное, в котором вот галочкой помечено, находится непосредственно наш с вами бизнес. И третья категория индустрии туристической – это клиент, покупатель, то есть турист, тот, кто непосредственно приобретает туристические услуги. Вот так все просто, да? Продукт, производитель, поставщик,
некий посредник, агент, консультант или агентство, который продвигает туристические услуги, и сам покупатель, турист. Как зарабатывает агент? Вот это вторая категория, среднее звено. Как же непосредственно агент зарабатывает в индустрии туризма? Ну, если мы говорим про наш проект, да и вообще, если взять любой традиционный туристический бизнес, то вот есть какое-то туристическое агентство, где открыты двери, и там по старинке люди с улицы приходят по рекламе и говорят, я хочу там поехать во Францию, или я хочу полететь там в Америку, что у вас есть? И вот агентство, оно находит у разных других туроператоров, поставщиков предложения для клиента, клиент соглашается на какое-то предложение, и таким образом происходит сделка. Он говорит, да, я вот это, мне по деньгам подходит, я хочу. Клиент через агентство оплачивает этому поставщику, и происходит вот такая сделка, да. То же самое в нашем проекте, то есть есть туристическая компания, это мы, с опытом работы 12 лет, с лицензиями, с аккредитациями, что мы имеем право работать с любыми туристическими поставщиками по всему миру, и, соответственно, клиенты могут через нашу компанию находить любые туристические услуги, которые предлагает сегодня индустрия туризма, предлагает вообще туристический рынок. И вот здесь выступает таким консультантом, промежуточным звеном наши агенты. То есть что такое компания наша, что такое проект наш? Это люди, обычные люди, которые, может быть, имеют опыт работы в туризме, это люди, которые, может быть, не имеют никакого опыта в туризме, но они могут своих клиентов регистрировать просто в компании, в проекте, на платформе. И теперь клиент, обращаясь в компанию, заказывая какие-то в компании туристические услуги, он получает за свои деньги то, что он хочет приобрести, продукт непосредственно туристический, а его агент зарабатывает за это деньги. Каждый раз, когда клиент что-то заказывает в компании, его агент получает за это деньги. Клиенты заказывают в компании туры, круизы, экскурсии, отели, резорты, курорты, авиабилеты, перелеты. Агент, кто привел этого клиента в компанию, каждый раз получает за это процент. Как это выглядит, давайте посмотрим. Вот эти все, опять же, туры, круизы, экскурсии, отели, кто предоставляет? Поставщики туристических услуг. То есть это не обязательно наш продукт. Я еще раз подчеркиваю, у нас есть свои туры, свои какие-то туристические услуги, но в компании, компания работает с огромным количеством, ну, можно сказать, с любыми туристическими поставщиками по всему миру. И мы можем на заявку клиента предоставить ему все, что он ищет, от того или другого поставщика, и произвести непосредственно вот эту сделку. То есть клиент закажет у какого-то поставщика туристические услуги, да? Это могут быть круизные компании, еще раз подчеркиваю, это могут быть другие туроператоры, которые предоставляют туристический продукт, это могут быть частные гиды, если нужна какая-то экскурсия просто в каком-то городе, где работают частные гиды. И, кстати, вот все, что сейчас я перечисляю, это можно найти даже на нашей платформе, потому что большое количество туроператоров, частных гидов и других поставщиков туристических услуг ставят и будут добавлять на нашей платформе все больше и больше своих продуктов, да, для того, чтобы, извините, для того, чтобы наши клиенты видели эти продукты. Но даже если этого нет на нашей платформе, мы можем всегда связаться с любым туроператором или с любой круизной компанией напрямую и предложить нашему клиенту на выбор огромный выбор туристических услуг. Резорты, курорты, опять же, транспортные компании, страховые компании, авиакомпании. Это все поставщики туристических услуг, у которых мы можем заказывать те или иные туристические продукты для наших клиентов. Еще раз подчеркиваю, клиент обращается, он зарегистрирован в компании через своего агента. Теперь этот клиент каждый раз, когда у других поставщиков, но через нашу компанию заказывает какие-либо
туристические услуги, его агент получает за это деньги. Это первый вид дохода, прямой доход, прямая продажа называется, да. Агент может в этом участвовать, может не принимать в этом участие, но он привел клиента, и каждый раз за его какие-то заказы в туризме, люди путешествуют каждый год, и некоторые по 4-5 раз, соответственно, каждый раз агент зарабатывает деньги. И вот здесь я еще раз внизу подчеркну, что наша компания тоже поставщик, то есть у нас есть что-то свое, и это что-то мы будем тоже развивать, мы можем развивать постоянно, хотя это не обязательно. Дальше движемся. Так вот, поставщики, как дальше все работает? Агент привел клиента, клиент заказал у поставщика какую-то туристическую услугу, и поставщик теперь платит нашей компании, так как компания наша лицензированная, аккредитованная, то мы официально имеем право получать от всех поставщиков, какие бы это поставщики ни были, даже такие компании, как Booking.com, Expedia.com, там Orbitz.com, то есть даже онлайн-поставщики, которые сами являются, в общем-то, посредниками, но они так консолидируют большое количество на себя в интернете клиентов, а даже эти поставщики с нами имеют контракты, у нас есть бизнес-аккаунты с ними, и если наши клиенты хотят заказать там, именно у этих поставщиков, то они все равно нам платят процент. Либо это прямо круизные компании, прямо отели непосредственно резорты какие-то, то есть любой поставщик обязан заплатить за клиента компании проценты. Проценты эти разные, чем больше у нас заказов, тем больше мы выбиваем процентов, потому что мы имеем право тогда говорить с поставщиками о увеличении, если они видят, что они зависят от нас, от того, что мы даем им клиентов. Поэтому за 12 лет у нас уже есть определенные там секреты, определенные наработки, как у поставщиков получать вот эти проценты, как получать их больше. И дальше что происходит? Компания делит эти проценты с агентом по условиям маркетинга. То есть мы добавили в проект элементы сетевого маркетинга, чтобы люди могли не только зависеть от своих личных продаж, чтобы люди могли не только заниматься прямой продажей клиента, но могли строить свои команды, свои агентские структуры по всему миру, вот в этой огромной индустрии, и получать по условиям маркетинга проценты. Мы позже подробнее это разберем, сейчас я говорю просто основу. Да? Поставщик заплатил процент компании за клиента, мы знаем, чей это клиент, кто его агент, кто его консультант, кто этого клиента зарегистрировал на платформу в компании, и этот агент теперь получает каждый раз с этих процентов по условиям маркетинга, свои, так называемые, свою оплату, свой доход, свои дивиденды. Мы чуть подробнее, чуть дальше об этом поговорим. Движемся дальше. Ну и, как вы понимаете, речь идет у нас о бизнесе. Бизнес невозможен без инвестиций, поэтому в бизнесе всегда кто-то инвестирует деньги. Вот давайте посмотрим, как индустрия туризма устроена, кто сколько инвестирует сюда денег, потому что есть даже такой принцип, зарабатывает тот, кто инвестирует. Да? Вот, давайте посмотрим. Вот каждый поставщик инвестирует в свой туристический продукт. Вот только представьте, компании круизные, им нужно постоянно инвестировать деньги в производство огромных круизных кораблей. Вот только представьте, какие риски они несут, какие средства, там не то что миллионы, миллиарды долларов вливаются в туристический продукт, инвестируются. Другие компании строят отели, третьи там закупают транспорт. То есть каждый туристический поставщик инвестирует миллионы долларов или сотни тысяч долларов в какой-то свой непосредственно туристический продукт для того, чтобы его развивать. Только вдумайтесь, да, в этой индустрии какое большое количество инвестиций для того, чтобы зарабатывать деньги. Наша компания
мы тоже за 12 лет огромное количество средств времени инвестировали вот в создание этого проекта. Ну, прежде всего, конечно, это опыт наш во времени, который за 12 лет. Это лицензия, это аккредитация, это зарплата работникам Customer Service, это офис, это какие-то контракты. И, конечно же, вот последние 2,5 года мы очень много средств, времени и сил потратили на то, чтобы создать непосредственно саму платформу. Это софтвер, это программное обеспечение в интернете, которое вот это все, что я вам сейчас рассказываю, объединяет в автоматизированной системе в одну единую вот такую платформу в интернете, которой могут теперь обычные люди присоединяться, регистрироваться в качестве агентов, в качестве поставщиков, в качестве частных гидов. И все это в автоматизированном режиме теперь имеется возможность в одной базе данных содержать и контролировать, вести все учеты, финансовые учеты, выплаты, получать людям доход. Вот это то, во что мы тоже огромное количество времени и денег потратили. Ну и, конечно же, нужно понимать, сколько и во что инвестировать агентам. А, кстати, кто такой агент? Когда агент приходит в бизнес этот, в индустрию туризма, вот непосредственно в наш проект, который называется «Зарабатывай, путешествуй». Агент – это предприниматель, то есть это не просто человек, да, это человек с улицы, но он, заходя в такой бизнес, он становится предпринимателем. И, конечно же, на агента самая маленькая доля инвестиций, ему нужно инвестировать в самого себя. Вот, что я имею в виду, давайте сейчас рассмотрим. Что такое инвестиции агента? Сколько и во что нужно инвестировать? Ну, у нас в проекте, наш проект отличается от вообще любых других маркетинговых проектов тем, что у нас с самого первого дня агент может сам выбрать себе процентную ставку. То есть он может с самого начала получать максимальные проценты от всех своих сделок за заказы своих клиентов. Мы сделали в проекте регистрацию абсолютно бесплатной. Регистрация дает 30 дней возможность выбрать вот те самые проценты, ставку. Мы сейчас об этом поговорим детальнее. И эта ставка может быть от 25 до 80%. То есть человек может начать свою карьеру, свой бизнес, получая от прибыли компании либо 25%, либо 80%, даже 80%. То есть 50, 60, 70, 80%. То есть инвестиции в сравнении вот со всеми остальными для агента, который начинает свой туристический бизнес в этой огромной индустрии, они просто, ну, можно сказать, нулевые, мизерные. От $100 до $1000. То есть это единственные инвестиции, которые нужно сделать предпринимателю, который становится агентом в проекте «Зарабатывай и путешествуй». И вот давайте посмотрим, какие же риски в инвестициях несут вообще компании поставщиков. Я уже об этом говорил. Люди строят целые резорты, целые вкладывают миллионы и миллиарды долларов, да, в строительство там, инновационных кораблей. Кто-то закупает, еще раз говорю, транспорт. То есть у каждого поставщика ну, просто сумасшедшие риски все равно есть. Они огромные. И представьте, сколько денег они вкладывают, сколько инвесторов вкладывает денег для того, чтобы ожидать от бизнеса в конечном итоге прибыль, да? Ожидать доход. И вот спрашивается, зачем они это делают? И вообще, кому это нужно? И вот тут я вам открою простой секрет. Дело в том, что за каждой компанией стоят простые люди. Что значит простые? Они такие, они ничем не отличаются от нас всех. Они действительно простые. Это люди, которые так же, как и все, просто хотят быть счастливыми. Это люди, которые просто так же, как и многие другие, очень сильно хотят изменить свою жизнь. Поэтому они идут вот на эти сумасшедшие риски, на эти
огромные капиталовложения. Эти люди отличаются только тем, что они знают точно, что что-то нужно делать. Если они хотят быть счастливыми, если они хотят что-то изменить в своей жизни, они готовы что-то для этого делать. И они идут на вот такие изменения в своей жизни путем капиталовложений, путем вот таких инвестиций огромных. Они хотят стать успешными, они хотят приносить пользу, так же, как и все из нас. И у них у всех есть свои мечты и свои цели. Но, я подчеркиваю, это обычные люди. Они, у них также две ноги, две руки, голова на плечах. Единственное, что они намного сильнее хотят что-то изменить в своей жизни, чем те, кто боятся приложить минимальные усилия, зайти в проект за $100 инвестиций или за $1000 инвестиций. Вот что отличает этих людей. Движемся дальше. Зачем мы создали проект «Зарабатывай, путешествуй» и зачем он вообще обычным людям? Дело в том, что у большинства людей нету просто своих хороших идей. По разным причинам, но их нет. У большинства людей нет капитала не то, что там в $1,000,000, нет даже капитала в сотни тысяч, ну, в $100,000. А если честно признаться, у большинства нету даже и $10,000. Большинство людей вынуждены из-за этого продавать свое время, то есть они вынуждены ходить ежедневно на работу для того, чтобы продавать свои часы за часовую оплату, чтобы погасить сегодня какие-то свои нужды, расходы, чтобы обеспечить крышу над головой, питание, одежду. И они вынуждены это делать ежедневно, ежемесячно и ежегодно на протяжении не просто нескольких лет, а у людей уходит десятилетия, а порой и вся жизнь. Но эти люди точно такие же, как те, про которых мы говорили чуть выше. Только те инвестируют огромные средства и огромные инвестиции и попадают под зону риска сумасшедшую. А эти точно так же имеют мечты, желания. Просто они не превратили свои мечты, желания в настоящую цель. И вот эти мечты, желания, они могут так остаться желаниями на протяжении всей жизни. И никогда ничего не изменится. Если. Давайте посмотрим, какие «если» существуют. Если не воспользоваться идеей. Вот то, что я сейчас рассказываю, это сумасшедшая, это потрясающая идея в индустрии туризма зарабатывать обычным людям, у которых нет никакого, может быть, там, туристического образования, нет опыта. Но они могут делать простые вещи. Они могут просто присоединиться в проект, просто открыть свой бизнес в рамках вот этого проекта, просто общаться с людьми на тему туризма, находить клиентов и получать за свою работу деньги. А также они могут это делать на неограниченном количестве, так как это маркетинговый проект, в котором можно создавать команды, в котором можно иметь свои структуры, не там из 10-20 человек, а это могут быть тысячи агентов по всему миру, которые имеют возможность сегодня также зарабатывать деньги, быть предпринимателями в этой индустрии, и агенты получают за эту работу дивиденды. Так вот, если не воспользоваться идеей, если не решиться на новую жизнь, если не превратить мечты в цели, если не поставить новые задачи перед собой, если не начать заниматься для кого-то любимым делом жизни, потому что туризм – это действительно прекрасное такое дело, полезное, интересное. И когда я спрашивал многих, опрос проводил, то многие считают, что это было бы действительно любимым делом жизни. Если не создавать больше пользы, если не стать продуктивным, если не делать это со своей командой, и если
слово «хочу» не превратить «я сделаю это». Вот если этого ничего не делать, то действительно мечты могут остаться просто желанием, которое так через всю жизнь пройдет и останется где-то там впереди, никогда не осуществлен. Какие преимущества у агентов? У агента отсутствует риск. Ну, во-первых, отсутствуют инвестиции, потому что $100, $1000 – это не инвестиции. Это просто вход, вход в проект. Это как бы инвестиция в себя. Поэтому риски абсолютно отсутствуют. Отсутствует больших инвестиций. Не нужно тратить сотни тысяч, десятки тысяч или миллионы долларов на то, чтобы рисковать. Все начинается с простого общения, с простого движения. Зарегистрировал клиента, каждый раз получая за него доход, когда клиент заказывает какие-то туристические услуги. Дал бизнес другим, получая дивиденды. То есть дал возможности такие же другим агентам, получая за их работу, за их сделки их клиентов, получая дивиденды, проценты. Но это уже маркетинг, мы о нем будем сейчас говорить. Итак, как начинается бизнес в проекте «Зарабатывай путешествия»? Любой человек может... Так, почему у нас тут надпись эта появилась? Любой человек может присоединиться в проект, выбирая при регистрации вот свой план работы. Да? За $100 можно зарегистрироваться и получать первый, единственный пока вид дохода от личных продаж 25%. То есть, другими словами, если ваш клиент заказал круиз, круизная компания заплатила $100 прибыли, нашей компании за этого клиента, то агент, у которого 25%, получает со $100 свои $25. Вот так просто. Но также можно сразу стать партнером и приобрести статус партнера в компании, зарегистрироваться, оплатив $250. Таким образом, у человека появляется два вида дохода. Это 50% от личных продаж и 20% от всех продаж уже его агентов. Давайте ту же самую ситуацию рассматриваем. Клиент такого агента приобрел круиз, круизная компания заплатила $100. С этих $100 агент получает в этом случае уже $50, 50%. А если это агент, если это клиент его агента, то он уже получает с такой сделки 20% со $100, то есть $20. Хотя это клиент уже не его личный, а его агент. Да? Итак, два вида дохода появляются здесь, на этой ступени. Следующая ступень – менеджер. У менеджера, тут надпись, не знаю, откуда появилась, подключиться к конференции Zoom, она мешает, но я прочитаю вам просто на слух. Значит, менеджер, можно также с первого дня зарегистрироваться и стать менеджером. Стоит это $350 регистрация. И человек получает 60% от личных продаж, 30% от всех продаж его агентов и 10% от продаж, если у него в системе есть хотя бы один партнер. Все сделки партнера, все сделки агентов партнера, такой человек получает 10% дивидендов за все сделки. И вот это все, что я сейчас рассказываю вам, это все контролирует наша платформа, вот этот софтвер, весь этот процесс просчитывает, высчитывает и в виде стейтментов и оплаты выдает ежемесячно вам как агенту. Далее, ступень супервайзер, организатор, да, $500 стоит регистрация, и человек работать начинает с 70% от всех личных сделок. То есть с тех же $100 прибыли уже $70, естественно, агент получает. Если у агента есть, если у такого агента, который статус супервайзера себе приобрел, есть свои агенты, то он получает от клиентов этих агентов 40% от каждой сделки, 20%, если у него есть в системе агентов-партнеры, и 10% от всех продаж своих менеджеров он получает. Соответственно, от всех агентов, менеджеров и от всех клиентов.
И последняя ступень, которая у нас есть, которая сразу с первого дня человек может начать работать, это директор. Человек регистрируется за $1000, получает статус директора, и он может сразу получать 80% от всех личных продаж. То есть с этих $100 прибыли от круизной компании он получает $80. Если у него есть агенты, то он получает от всех их сделок 50%, 30% от всех сделок своих партнеров, 20% от всех продаж своих менеджеров и 10% от всех продаж своих супервайзеров. То есть здесь у него, вы видите, кроме личного дохода, есть раз, два, три, еще 4 дополнительных вида заработка в виде дивидендов от 10 до 50%. Движемся дальше. Итак, у нас в компании, так как компания маркетинговая, есть различные поощрения, промоушены за активную работу. И у нас в этом году любой агент может получить в подарок за хорошую работу вот круиз на таком огромном океанском лайнере, который состоится 29 сентября 2019 года из города Майами. Это один из самых огромных, один из самых больших круизных кораблей, которые в мире сегодня существуют. Называется он Allure of the Sea. Вот вы видите его как раз сейчас на иллюстрации. И что нужно сделать для того, чтобы помимо зарабатывания денег получить за активную работу в подарок бесплатный круиз вот такой. Кроме этого, на этом круизе мы будем проводить, естественно, обучающие семинары. Будет возможность узнать много нового, много интересного, получить информацию, очень важно для бизнеса, получить опыт других агентов. Вот. И давайте рассмотрим, что же для этого нужно сделать. Итак, в компании есть простое правило. $1 прибыли в компанию равен 1 volume points. То есть вот тот самый пример, который я приводил. Если ваш клиент купил круиз, круизная компания заплатила, как пример, нашей компании $100 прибыли, то сколько это означает поинтов? Это означает 100 volume points. То есть $1 прибыли означает 1 volume points. Так вот, на основе этого дальше легко очень все можно посчитать. Итак, смотрим, что нужно сделать для того, чтобы получить в подарок за работу вот такой бесплатный круиз. Нужно сделать всего 1000 volume points за любой календарный месяц. То есть, если вы в любой календарный месяц, с 1 по 31 число, благодаря вашим клиентам, которые заказывают туры, круизы, экскурсии, отели, резорты, какие-то пакетные туры, неважно, выполнили объем прибыли в 1000 поинтов, то есть в компанию зашло благодаря вашей деятельности $1000 за любой календарный месяц, то вы выполнили условия получения в подарок бесплатного круиза. Во-первых, давайте посмотрим, что происходит. Если вы сделали объем в 1000 volume points, и у вас 25%, то есть вы зарегистрированный агент на 25%, то вы заработали сколько? $250, да? Потому что 25% от 1000 поинтов – это $250. Если вы зарегистрированный агент в качестве партнера, и у вас 50%, то с этой же 1000 вы заработали 500. Если у вас 60%, то с этой же 1000 вы заработали $600. Если у вас 70%, то с этой же 1000 вы заработали $700. И так далее до 80%. Да? То, что мы говорили. Любой человек, приобретая регистрацию в компании, может сразу выбрать себе свою ставку, с которой он начинает работать. И таким образом человек может с 1000 поинтов сразу получить максимально 80%, $800. То есть компании остается 20% прибыли, от прибыли, а 80% забирает тот агент, чей клиент или чьи клиенты привели в компанию 1000 поинтов. Так вот,
помимо этого, что вы заработали с 1000 поинтов какие-то, какой-то свой доход от 250 до 800 долларов, вы получаете бесплатный круиз, если эти 1000 Golden Points вы сделали в любой календарный месяц. Время у нас пока ограничено маем месяцем до 30 мая. Это нужно сделать в любой календарный месяц. Все, кто сделает 1000 поинтов, получают помимо оплаты бесплатный круиз. И вот это с прямых продаж деньги, которые вы можете получить напрямую. Теперь давайте посмотрим, что если у вас есть команда. Нет, давайте сначала вот что посмотрим. Посмотрим новое направление, которое просто вот эти все цифры может увеличить в десятки раз, а то и в сотни раз. Сегодня мы представляем вам совершенно новое направление в нашем бизнесе. То есть вот я вам рассказал, сколько много всего, на чем можно уже зарабатывать деньги. Но в этом во всем есть небольшое «но». Здесь не хватает эксклюзивности, потому что продукт, который мы предлагаем нашим клиентам, ну, он замечательный, хороший, его все любят, его все знают, все хотят, но на рынке одинаковый, да. У многих сегодня компаний есть просто туристические продукты, есть круизы, есть туры. Понятно, что клиенты будут покупать там, где они доверяют, то есть они будут идти через своих агентов, и они хотят обслуживания хорошее. Понятно, что если вы в хороших дружеских отношениях, то клиент придет к вам и будет заказывать у вас. Но, тем не менее, этого недостаточно, чтобы вы имели на рынке вот этой туристической индустрии какую-то некую эксклюзивность, некую вот такую, скажем, такое офер, сильное предложение, которое бы вас отличало от всех остальных. Поэтому мы решили добавить в нашу компанию, в наш проект «Зарабатывай путешествия» совершенно эксклюзивное направление, которого нет сегодня ни в одной компании, ни у одного туристического агента, ни у одного туристического агентства. Неважно, маркетинговые они, не маркетинговые. В туризме это будет только у вас, это будет только в нашей компании. И это мы сделали благодаря опыту 12 лет работы вот в этой индустрии. Итак, представляем новое направление, которое дает, конечно же, новый бизнес возможности, возможность быстро стартовать, быстрые заработки иметь. И теперь вы можете поставить действительно большие цели для себя. И это, конечно, будет связано с быстрым ростом вашей команды. Потому что если вот все, что я сейчас расскажу, вы примените не только на себе, но и примените для создания вашей команды, то это будет, это даст вам, ну, невероятный просто рост и доходов, и успеха, и всего, что вы захотите, все, что вы перед собой поставите в качестве цели. Итак, клиентам польза, агентам заработки. Это такой девиз как бы нового направления, потому что действительно должна во всем этом фигурировать несомненная польза для клиента. То есть клиент придет к вам тогда, когда он увидит, естественно, что через вас он может получить какую-то эксклюзивную пользу. Это направление не требует знаний и опыта в туризме абсолютно. Если вот все, что я говорил до этого, нужно все равно немножко разбираться в турах, в экскурсиях, в круизах, там, в странах, в направлениях, чтобы привлечь больше людей, то вот это направление в туризме не требует знаний абсолютно и опыта в туризме абсолютно. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Не нужно продавать туристические услуги. То есть вам не нужно теперь предлагать людям туры, экскурсии, круизы, еще что-то. Они сами будут все это у вас заказывать, потому что вы им предложите совсем другую выгоду. Продукт, который сейчас я представлю вам, его очень легко предлагать, так как это выгодно самим клиентам. То есть клиенты просто должны о нем узнать, и тогда они сами захотят его приобрести. Это им выгодно действительно. Они получают пользу.
И, как я уже сказал, этого больше нет ни у кого, только у агентов компании Elite Travel Group и Universe. Эксклюзивность и, конечно же, сильное предложение. Вот из этих характеристик, из этих составляющих состоит новое направление компании, которое мы вам сейчас представляем. И что же это такое? Это скидочные пакеты, то есть особые условия особым клиентам. Специальные особые условия для особых клиентов. Кто такие особые клиенты? Особые клиенты – это те, кто к нам идет с нами сотрудничать, получать от нас сервис на постоянной основе. То есть они становятся нашими постоянными клиентами. Они никуда теперь от нас не денутся, никуда не захотят уходить в другие компании или к другим, или к каким-то поставщикам напрямую. Они захотят это делать только через нас, через нашу компанию. Почему? Потому что мы предоставляем таким клиентам скидки на путешествия от 25 до 50%. Ну, если я вас прошу, хотели бы вы сами путешествовать со скидкой в 25-50%, наверняка я бы услышал от вас положительный ответ. И так отвечают абсолютно все. Так вот, что, о чем идет речь? Вот что мы с вами теперь делаем. Мы представляем скидки на путешествия. Наша компания – это будет единственный поставщик вот таких вот скидочных пакетов для наших особых клиентов. Задавайте людям простые вопросы. Хотите путешествовать выгодно? Что на такой вопрос отвечают люди? Конечно. Хотите получать на любые туристические услуги скидки от 25 до 50%? Что ответит любой здравомыслящий нормальный человек? Конечно. Хотите начать уже сегодня пользоваться этой привилегией? Да, конечно. Все, дальше идет оформление сделки. То есть нужно человека оформить. Итак, что человек приобретает? Вот что нужно человеку показать для того, чтобы он увидел свою выгоду и сделал выбор. Итак, мы предоставляем пакеты скидок на путешествия. Еще до того, как человек что-то заказал у нас, да, мы его делаем уже постоянным клиентом, потому что он приобретает вот такой договор, сертификат на скидки, такой пакет. И теперь каждый раз, когда он обращается в компанию за любыми абсолютно туристическими услугами, которые есть у нас, которые есть у наших поставщиков, которые даже, если их нет у наших поставщиков, но есть у каких-то других поставщиков, с которыми мы наладим связь, мы предоставляем нашему клиенту, так как это особый для нас клиент, предоставляем вот эти самые скидки на путешествия. Вот той стоимости, которая есть на рынке, на те услуги, которые человек хочет заказать. Итак, стоимость пакета $500. Человек оплачивает $500, приобретает стандартный пакет, который дает 25% скидки на путешествия, на любые путешествия. Есть единственное ограничение, нет ограничения во времени, то есть он может в любой момент, в течение года, двух, трех воспользоваться когда угодно этой скидкой, но на сумму, общую сумму заказов, не превышающую $5000. То есть это минимальный такой стандартный пакет на семью, когда вот муж с женой, с ребенком хотя бы раз в году куда-то путешествуют, и у них перелеты, проживание, там, или all-inclusive resort, или какой-то круиз, там, плюс экскурсия, совокупно в общей сумме не превышает бюджет в $5000. Вот такому клиенту выгодно приобрести специальный membership стоимостью $500, и он теперь на любые свои заказы, которые будет делать, будет получать 25%, пока не выработает вот этот общую сумму заказов $5000. Ну, давайте приведу конкретный пример. То есть, например, человек приобрел membership стандартной стоимостью $500 и обратился в компанию, говорит, мы хотим отправиться для начала в круиз.
и нашли мы ему круиз, который он хочет, 7-дневный, например, на Карибские острова. Стоимость такого круиза, например, там, $2,500 на всех сайтах в интернете, да, и на самой круизной компании. И вот от этой суммы $2,500 наш клиент получает скидку 25%. То есть, если на калькуляторе мы быстро посчитаем, вместо 2500 умножить на 25%, что 25? Вместо 2500 человек потратит $1,875. То есть он сэкономит там почти $800. И у него еще останется из 5000, он на 2500 выработал, вот круиз его стоил 2500, оплатил он при этом всего 1800 с чем-то на 25% дешевле, но у него в бюджете осталось 2500. То есть теперь он еще может куда-то путешествовать со скидкой 25%. То есть в итоге этот человек эта семья сэкономит $750 с учетом того, что $500 они заплатили за мембершип. То есть их на самом деле экономия чисто 25%, 500 плюс 750 – это $1,250. Но так как $500 – это некая такая предоплата, мембершип, да, то его чистая экономия этой семьи составит $750. Давайте другой пример приведу. Опять же, например, семья решила отправиться в путешествие, и они заказывают какой-то тур, где и круиз, и экскурсии, и перелеты, и все вместе у них составило 5650 долларов их поездка, да? Вот мы им даем с 5000 скидку 25%, они на $1,250 платят меньше, а все, что сверху 5000, они доплачивают уже, ну, просто эту разницу. То есть, если у них тур $5,650 был, да, то они заплатят вместо 5650, они заплатят $4,400 на 25% дешевле от суммы 5000. Извиняюсь. Я надеюсь, я понятно это объяснил. То есть это самый простой, стандартный пакетный вот такой пакет на скидке 25% на сумму до $5000. Если же семья путешествует на бюджет больше, то им выгоднее приобрести мембершип серебряный стоимостью $1000. Тогда у них будет 30% скидка на неограниченный срок на общую сумму заказов до $7000. То есть у них бюджет больше расходов, и им выгоднее приобрести вот такой скидочный пакет. Они тогда сэкономят в итоге $1100. Это чистая их экономия. Все то же самое. Они могут сразу какой-то заказ делать на сумму 7000 и больше, а могут постепенно за любой промежуток времени, в течение года, в течение нескольких лет, но пока они на 7 тысяч не попутешествуют, вернее, пока они путешествуют в бюджет до $7000, они все путешествия получают со скидкой у нас 30% дискаунт. Следующий мембершип называется «Золотой». «Золотой» мембершип стоит $3000, и он дает 35% уже скидку на все путешествия, на любые абсолютно туристические услуги, с бюджетом общей суммы заказов до $15000. И такая семья сэкономит уже постепенно $2250. Чисто их не экономит. И платиновый мембершип, он стоит $5000. Он также не имеет ограничений в сроках. И такая семья получит 40% скидку на все путешествия, на сумму бюджету, общую сумму заказов до $20000, которые они могут либо сразу, либо постепенно использовать со скидкой 40%. Итак, у них экономия чистая будет $3000. И последний, самый дорогой, но самый выгодный план
называется «Элитный», так как компания наша называется «Elite Travel Group», то мы придумали вот такой элитный, самый выгодный мембершип стоимостью 10 тысяч долларов. Человек, семья получает 50% скидки на путешествие на общую сумму до 30 тысяч долларов заказов, общей суммы заказов. Также элитный мембершип не имеет ограничений в сроках. Они могут эту сумму выработать в течение года, а могут в течение 5 лет, но они каждый раз, когда что-либо будут заказывать в компании, будут получать 50% дискаунт на путешествие. И таким образом семья сэкономит 5000 долларов чистой экономии, у них в итоге получится за весь этот период на всю эту сумму. И вы видите, с правой стороны есть не выделенные такие немножко затуманенные циферки, да, 100 поинтов, 200 поинтов, 300 поинтов, 500 поинтов. Это та прибыль, которая заложена в стоимость самих мембершипов, потому что теперь, после того, как этот клиент стал нашим особым клиентом, ни компания, ни агенты с его заказов уже не зарабатывают, потому что мы всю прибыль отдаем в виде скидок вот непосредственно самим этим клиентам, да, то есть мы уже не сможем на них зарабатывать, пока они не выработают вот свою общую сумму заказов. Но и компания, и агенты зарабатывают сразу, как только клиент приобретает мембершип. Как только человек оплачивает 500 или 1000 или 3 или 5 или 10 тысяч долларов, агент получает и поинты, и получает свои проценты с поинтов. Давайте посмотрим, как это работает в цифрах. Вы видите, со 100 долларов те, у кого 25%, со 100 поинтов те, у кого 25% получают 25 долларов, те, у кого 80 или 50% получают, соответственно, 50 или 80 долларов. Да? Или с 1000 поинтов точно так же 25, 50, 60, 70, 80%. Давайте посмотрим все это в цифрах, как это выглядит. Значит, средний пакет у нас, средний, который мы думаем, что больше всего его будут заказывать, стоимостью 3000 долларов. Пакет, который, давайте я вам про него напомню, 3000 долларов – это пакет золотой, да, golden. Вот. Он дает 300 поинтов, и человек экономит 2 с лишним тысячи долларов на сумму заказов, 15 тысяч долларов, у него есть 35%. Так вот, этот пакет приносит 300 поинтов в компанию. И, соответственно, если агент продает в течение календарного месяца всего 10 пакетов, ну, может быть, для кого-то не всего, но на самом деле это 10 семей, 10 человек, которые приобрели такой выгодный пакет, то этот агент заработал 3000 поинтов. Поинтов. Что такое 3000 поинтов? Во-первых, этот человек выполнил условия для получения бесплатного круиза. Да? У нас нужно 1000 поинтов всего сделать, чтобы получить бесплатный круиз. Он выполнил 3000, соответственно, он выполнил условия, он получает бесплатный круиз, который состоится в сентябре на корабле Allure of the Sea, огромный океанский корабль. Во-вторых, если у человека 25%, то он заработал 750 долларов с 3000 поинтов. Если у него 50%, он заработал 1500 долларов с этих 3000 поинтов. Соответственно, 60% это 1800, 70% это 2100 долларов и 80% это 2400 долларов. Сразу человек зарабатывает, продав 10 вот таких пакетов. В марте до 31, в марте, по-моему, 31 день, до 31 марта компания Elite Travel Group и Universe, мы удваиваем вот эти все цифры, мы удваиваем. То есть, если человек сделал 1, 2, там, 10 продаж, неважно, сколько-либо пакетов вот таких продал, то его поинты удваиваются. То есть, каждый доллар становится двойным. То есть, вот эти все заработки в марте месяце удваиваются в два раза. То есть вместо 750 долларов вы заработаете 1500. То есть компания отдает всю свою прибыль обратно агентам
чтобы вы могли в марте месяце сделать такой приятный очень старт. Итак, $750 превращается в 1500, 1500 превращается в 3, 1800 в 3600, 200 в 4200 и 2400 превратится в 4800. То есть в марте месяце ваш заработок ровно будет в 2 раза больше. И плюс, еще раз подчеркиваю, вы получаете бесплатный круиз. Давайте посмотрим теперь, что происходит в цифрах, если у вас есть 10 активных агентов. Ну, те, у кого еще их нет, естественно, их нужно строить, создавать организацию. А те, у кого уже есть какая-то организация, предположим, что у вас сейчас вот с этим новым направлением вы активируете 10 агентов, которые в марте захотят заработать деньги, и что это даст вам. Что такое 10 активных агентов? То есть, например, у вас там 30, 40 или 50 человек агентов, из которых 10 агентов пойдут и сделают свою цель. Они сделают по 10 продаж вот таких пакетов, по 300 поинтов каждый. Да? То есть ваш групповой объем с 10 агентов активных, у которых 10 продаж, составит 30 тысяч групповых поинтов. То есть ваш объем продаж, который вы создадите, помимо ваших личных продаж, со своей организацией вы выполните пользы компании на 30 тысяч групповых Wallen Points. Что это означает? Вы с этих групповых Wallen Points получаете свои дивиденды. Если у вас есть только 10% дивидендов, например, вы менеджер, а все эти 10 агентов под вашим партнером, да, то тогда вы получите 10%, это $3000, вот такой пассивный доход за работу ваших агентов. Но если у вас есть свои агенты, а вы, например, уже партнер, у вас 50%, помните, да, с личных продаж и 20% с продаж ваших агентов, то 20% с продаж 10 агентов – это $6000. Далее, 30% это в том случае, если вы, например, менеджер, и у вас есть ваши личные агенты, которые работают на 25%, то 30% с их продаж составит $9000. 40% это $12000. 40% это ступень супервайзера, у которого есть 10 агентов, да? То есть агенты на 25%, супервайзер у нас на 70%, соответственно, вот эта разница в 40% вы получаете с 10 их продаж от каждого дивиденды в $12000. Значит, мы говорим про двойной тариф только в марте месяце и только на личные продажи. На продаже агентов, вот цифры, которые вы видите, да, они здесь не удваиваются, только на личные продажи удвоение идет. Отсюда вопрос. Вот мы с вами пробежались по индустрии туризма, увидели ее необъятные, так сказать, возможности в разных направлениях и еще узнали о совершенно новом направлении, которое, ну, просто... Сегодня может любая домохозяйка может продать, потому что это выгодно самим клиентам. Все хотят иметь скидки на путешествия. И это взаимовыгодно всем нам, потому что и мы все равно зарабатываем, и вы, агенты, зарабатываете. И даже если мы все скидки будем отдавать нашим клиентам, будем выбивать с поставщиков максимальные проценты, тем не менее нам выгодно, потому что это оборот для компании, оборот в туристической индустрии. Это делает наших клиентов нашими постоянными клиентами. Они теперь никуда от нас не уйдут. Они каждый раз будут заново-заново брать эти мембершипы. И таким образом мы продолжаем в индустрии туризма делать все больше и больше для них заказов, используя наши инструменты и возможности. То есть это выгодно всем в любом случае. Поэтому нужно сейчас, наверное, активно задуматься. Может, стоит начать что-то действительно делать, потому что это действительно прекрасное направление туристическое, которое отличает нас от всех других и отличает нас еще вот этим эксклюзивным сейчас направлением в виде скидок на туристические услуги, которых нет ни у кого абсолютно.
Итак, что нужно делать? Нужно начать инвестировать в себя, выбрать себе ставку. Это для тех, кто еще не зарегистрированный агент компании. В первую очередь нужно, конечно, сесть в эту лодку, так называемый проект «Зарабатывай путешествия», сделать официальную регистрацию и выбрать себе процентную ставку от 25 до 80%, сделав минимальные инвестиции от 100 до 1000 долларов в свою регистрацию, в открытие своего туристического бизнеса. Также мы рекомендуем сразу приобрести себе пакет скидок на путешествия. То есть, если у вас есть какая-то финансовая возможность сделать это прямо сейчас, то мы очень рекомендуем это сделать, потому что вы свои деньги вы начнете зарабатывать сейчас, и тогда вы начнете путешествовать сами со скидками. Это даст вам экономию, во-первых. Во-вторых, вы пользуетесь продуктом, который несете на рынок. То есть вы легко рассказываете, предлагаете потенциальным клиентам воспользоваться скидками, потому что вы сами имеете такой продукт для себя. Вы сами для себя приобрели один из вот таких мембершипов. Это вам облегчит просто работу и сэкономит деньги на ваши путешествия. Дальше. Нужно, естественно, начать вести переговоры с людьми. Что такое переговоры? Это простое человеческое общение в интернете, в социальных сетях, на улице, у друзей, у знакомых, по спискам, где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались. У вас сейчас есть два прекрасных таких продукта. Это бизнес-возможность. Предлагайте людям, которые нуждаются в заработках, хотят еще что-то поменять в этой жизни, хотят изменить свою жизнь, у них есть какие-то планы, цели, но они не знают, как это осуществить, копошатся на своих работах, там, не знаю, рулятся баранкой машины, таксуют, кто-то там что-то другое делает, кто-то ходит на какие-то работы, получает зарплату, но при этом никуда не растет и не может себе позволить каких-то больших покупок, каких-то действительно больших свершений, предлагайте этим людям заняться, воспользоваться такой бизнес-opportunity, бизнес-возможностью. И вторая категория – это ваши потенциальные клиенты, те, кто хотят экономить, хотят путешествовать со скидками. Конечно, им нужно приобретать вот такие скидочные пакеты, от стандартного до элитного, да, а остальные клиенты, которые не готовы сегодня это делать, по разным причинам, таких будет тоже много, но им нужны круизы, им нужны перелеты, им нужны отели, они будут к вам продолжать обращаться, но покупать их будут по полной цене, и они не могут вам предъявить претензии, что вы им обычные цены даете, потому что для всех обычных людей, обычные цены, которые есть на рынке. А для особых клиентов, которые становятся нашими постоянными клиентами, которые приобретают мембершип, вы предоставляете скидки теперь от 25 до 50%. Все, рассказывайте это людям, и люди будут становиться либо в ту категорию. Чаще, я думаю, все-таки будут приобретать мембершип, но будут и такие, которые будут продолжать приобретать по обычным ценам. Вы зарабатываете и в том случае, и это прекрасно. Ну и, конечно, для того, чтобы вас это самих поднимало утром без будильника, нужно поставить перед собой серьезные цели, наконец-то, увидев вот эту возможность, увидев возможность этого проекта и свой потенциал, поставьте серьезные цели, напишите свои задачи на год, на 3 года, на 5 лет, самую главную серьезную цель, спланируйте какие-то большие серьезные покупки, потому что денег здесь огромное количество, но все зависит, конечно, непосредственно от того, пойдете вы это делать или не пойдете. Итак, давайте быстренько пробежимся еще по проекту, значит, что получает агент, который регистрируется в проекте «Зарабатывай путешествуй». Так, немножко такая история. Туристический оператор Elite Travel Group совместно с маркетинговой компанией Universe Travel предлагает вам создать ваш международный туристический бизнес. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью, станьте частью проекта «Зарабатывай и путешествуй». Что вас ожидает в проекте? Первое. Пошаговое обучение бизнесу и туризму.
У нас проходят все время семинары, вебинары, тренинги. К нам приезжают поставщики разных туристических, вернее, представители разных туристических поставщиков. Мы ездим к поставщикам тоже проходить тренинги, семинары. Это было, есть и будет на постоянной основе. И все, кто хочет становиться экспертами в туризме, кто хочет развиваться, кто хочет становиться более профессиональным в этом направлении, в туристической индустрии, то у нас есть обучение. Дальше. У вас есть выбор направления деятельности. Можно вот в любом направлении выбрать свою нишу. Либо вы турами будете заниматься, либо круизами, либо курортами, либо экскурсиями, либо вот просто направлениями продажи, предоставления вот этих туристических скидок. Да? Кто-то выберет именно это направление, заниматься продажей мембершипов. Да? Дальше, естественно, вас ждет общение с людьми, ведение переговоров, презентацию на тему туризм и бизнес. Да? От простых встреч один на один, от переписки в интернете, заканчивая большими презентациями, но вы все это можете здесь получить, а если вы не умеете или не хотите это делать, то дайте эту возможность другим людям, которые любят выступать публично, которые хотят работать на аудитории, у них это будет прекрасно здесь получаться. Они в прекрасной такой вот туристической сфере деятельности могут себя проявить полностью. Дальше, естественно, это построение команды единомышленников, это заработки, неограниченные доходы благодаря маркетингу, это ваша карьера, это самореализация, то есть агент в проекте получает также возможность путешествия со скидками. Кроме этого, вы знаете, у нас есть аккредитация, и мы всем нашим агентам, как только они зарабатывают $5000 суммарного дохода за любой период, мы тоже даем официальную аккредитацию. Я сейчас не буду ее как-то демонстрировать вам, но речь идет о такой пластиковой карточке, лицензия турагента, да, которая дает тоже много бенефитов, там скидки, всякие фамильярные туры, familiarization, называются это скидки для профессиональных тур, не скидки, вернее, приглашения в туры от разных поставщиков туристических услуг только для профессиональных турагентов. Вот благодаря такой карточке, которая называется Аята. И еще у нас Клиа скоро появится, еще дополнительная карта. Дальше, ну, опять же, возможность получать знания, обучать других, возможность путешествия со скидками. Я еще раз повторюсь, каждый теперь агент в проекте может сам воспользоваться вот этим продуктом, этим направлением, приобрести себе мембершип и получать скидки на свои путешествия от 25 до 50%. После регистрации в проекте вы получаете доступ к личному профайлу и аккаунту для ведения бизнеса на платформе. Получаете возможность использовать туристические продукты для продажи на сайте компании, личную веб-страницу с вашими данными и туристическими услугами на выбор, возможность добавлять свои туристические услуги и продукты, обучение, помощь и поддержку от компании, отдела продаж и вашего наставника, рабочий кабинет интерфейс отчетов ведения бизнеса, структуры, создаваемые в вашей базе данных клиентов и агентов, доход, соответственно, от 25 до 80% от прибыли ваших сделок, а также пассивный доход от сделок команды, возможность карьерного роста по условиям маркетинга от агента до директора компании или инвестора, инструменты для продажи туристических услуг, систему инвойсов и платежные системы для оплаты инвойсов за туристические услуги от клиентов, готовые контракты с поставщиками услуг и партнерами, системы поиска круизов, туров, других туристических услуг, букинг-системы компании, а также системы от поставщиков и партнеров, все необходимые лицензии аккредитации от компании, возможность неограниченного профессионального обучения в индустрии туризма, видеоконтент готовый и поддержку, визовую поддержку для ваших туристов, образцы, инструменты рекламы. Все это получает агент после официальной регистрации. Преимущества проекта. Давайте тоже немножко пробежимся. Отсутствие риска. Для участия в проекте «Зарабатывай, путешествуй» не требуется серьезных инвестиций. Мы уже с вами об этом говорили. Любой человек может начать свой бизнес, выбрав в процессе регистрации свой план карьеры с возможностью получения комиссии от прибыли в размере от 25 до 80%.
Риск разориться или потерять капитал отсутствует, потому что нет никаких серьезных инвестиций. Зарегистрированный агент получает готовую туристическую компанию. Новый агент, зарегистрировавшись в проекте, получает свою готовую работающую компанию с программным обеспечением, с работниками по обслуживанию клиентов и агентов, с готовым сайтом, наполненным туристическим продуктом, с бухгалтерией, контрактами, с поставщиками и партнерами. То есть вы как бы уже, то есть агент, который регистрируется, он получает уже в проекте готовую компанию, на базе которой он выстраивает, теперь начинает создавать свою команду, свой личностный рост и так далее. Личная свобода и независимость. Проект дает вам личную свободу во всем. Вы можете работать где хотите, с кем хотите, когда хотите, сколько хотите. Вы можете выбрать тот ритм жизни, о котором мечтали уже очень давно. Вы сами формируете свою команду и самостоятельно планируете свой бизнес. Далее, это доступность для всех. Зарабатывать деньги в этом бизнесе может любой человек. Возраст, пол, образование, национальность, вероисповедание не имеет значения. Вы можете стартовать с маленькой суммы или без нее и уже к рубежу полугода достичь поразительных перемен в своем финансовом положении. В проекте каждый... Переключился случайно. В проекте каждый зарабатывает столько, сколько хочет. Главное – желание и действие. Неограниченность доходов и пассивы – это очень важный такой момент, ради которого нужно приходить в этот проект. Благодаря многоуровневому маркетингу в проекте вы со временем начинаете получать пассивный доход, заранее проделанную работу, вы получаете свои пассивы, при этом же уже не принимая активное участие в продажах, потому что только на начальном этапе, первый какой-то важный период, вы будете делать много продаж для того, чтобы научиться самому и научить свою команду. Дальше вы будете больше заниматься организационными вопросами, поэтому проделанная ранее вами полезная работа продолжает приносить вам прибыль от работы вашей структуры. Возможность путешествий. Для агентов и партнеров в проекте предусмотрены обучающие семинары, выездные тренинги, вот эти FEM-круизы и туры, про которые я рассказывал, для профессиональных турагентов. Самые разные страны мира. Вы отдыхаете, знакомитесь с другими лидерами, повышаете свой профессионализм, совмещаете приятное с полезным. Ну и, конечно, вот эти выездные, постоянно у нас будут теперь семинары, встречи, поездки с целью не просто познавать путешествия своими глазами, но и во время путешествий получать образовательные какие-то тренинги и семинары. Потому что мы в самом проекте это делаем, да, нам не нужно чем-то заниматься другим, мы занимаемся туризмом и в нем же используем все механизмы. Проект «Зарабатывай путешествия» – это туристический международный бизнес-проект. Проект позволяет вам строить бизнес в разных странах, то есть нет ограничений каких-то локальных, неважно, где человек находится. При правильном подходе этот бизнес может развиваться параллельно во многих уголках планеты, так как в вашей сети всегда найдутся люди, у которых имеются родственники, знакомые, друзья, проживающие в разных странах. Общение и новые друзья – путешествия по разным странам, рассказывая людям об этом бизнесе, помогая им сделать первые шаги, вы приобретаете друзей в разных уголках планеты. Общаясь с людьми разных профессий, возрастов, мировоззрений, вы всегда будете расширять свой кругозор. Ваш бизнес со временем станет не работой, а образом жизни и наполнится огромным смыслом, так как нет ничего лучше, чем простое человеческое общение. Карьера и успех и быстрый старт. Подняться на вершину успеха в проекте может каждый. Выполнить условия достижения квалификации по маркетингу под силу любому. Вы можете, проработав всего год, два, три или четыре года, дойти до высшей квалификации и возглавить крупнейшие структуры турагентов по всему миру с доходами в десятки и сотни тысяч долларов в месяц. Уже в самом начале вашей деятельности вы можете выбрать свою ступень карьерного роста для быстрого старта, о чем мы уже с вами говорили. Система обучения. Для того, чтобы подняться на вершину успеха, вам будет необходимо узнавать много нового и постоянно учиться. В проекте предусмотрена программа профессионального развития, а также регулярные тренинги для агентов, презентации в офисе компании, выездные семинары. Мы говорили уже об обучении тоже. Призвание ваших заслуг и достижений. Бесспорное достоинство вот в сетевых бизнесах – это то, что такие системы хорошо развивают
систему признания и поощрения агентов. Ну вот как, например, сейчас промоушен с круизом, да, вы как бы себе зарабатываете деньги, вам эти деньги удваивают еще там, в марте месяце, и плюс еще за выполненные условия вы получаете бесплатный круиз. То есть за то, что вы себе денег заработали, вам не надо платить за круиз, вы его получаете бесплатно. Поэтому такие вот системы поощрений всегда будут на пути встречаться у нас благодаря маркетингу компании. Наряду с квалификационными ступенями существует ежегодное признание, которое проходит по итогам работы за год на главном ежегодном событии компании. Мы будем это делать ежегодно в определенные периоды. Возможность работать вместе с семьей. Ну, вообще любой сетевой бизнес, а уж тем более туризм, позволяет работать вместе с семьей. И, как правило, за одним подтягивается второй, а потом вся семья начинает этим заниматься. В туризме это легче и удобнее, потому что, занимаясь одним делом, вы можете с семьей путешествовать, много времени проводить вместе. Многие семейные пары, работающие на одном контракте, достигают больших успехов и быстрее, чем те, кто трудится в одиночку. Это проверено годами в других сетевых бизнесах. В туризме это будет еще более выражено. Участие в проекте позволит вам улучшить качество жизни тех, кто вам дорог, благодаря эксклюзивным промоушенам, уникальным тренингам, специальным путевкам для всей семьи. И непрерывный личностный рост. Это очень важная такая деталь. Самым главным преимуществом в индустрии туризма и многоуровневого маркетинга является непрерывный личностный рост. Ни в каком другом бизнесе человек так быстро не развивается, как здесь. Если вы меняетесь, все вокруг вас, естественно, меняется. Так сказал когда-то один из... В общем, Джим Рон – это человек, который очень много времени изучал, во-первых, сетевой маркетинг, участвовал в нем, один из таких бизнес-тренингов известных, который повлиял на огромное количество компаний больших, сделал десятки, может быть, даже сотни тысяч людей миллионерами в подобных бизнесах. Вот. Так вот, нужно меняться самим, чтобы менялось все вокруг. Самая непростая работа – это всегда работа над собой. В компаниях сетевого маркетинга всегда находятся люди, которые помогают вам изменить свои мысли, привычки, характер, решения и действия, достигая любых поставленных целей на пути к вашему успеху. Ну, вот мы с вами пробежали еще один важный момент. Это то, что вас ждет вообще в туризме и в проекте «Зарабатывай, путешествуй». Ну и я хочу подчеркнуть, что вы будете теперь как бы делать полезное дело, людям дарить счастье, поэтому дарите счастье людям больше, потому что мы с вами говорили, что туризм – это возможность сделать людей счастливее, путешествия дают положительные эмоции. Счастье, оно-то простое, да, у нас две эмоции всего. Есть отрицательное, есть положительное. Так вот, чем больше положительных эмоций, тем человек счастливее. А путешествия, отдых и вот работа в такой индустрии дают вот такие положительные эмоции нам. Что нам нужно для счастья? Ну, немного нам нужно для счастья. Нам нужно всем, каждому из нас, нужно быть рядом со своими близкими, много времени с ними проводить. Нужно быть здоровыми, чтобы чувствовать силы, энергию, что-то делать, да, чего-то достигать, ставить какие-то задачи, цели. Нам всем, естественно, для счастья нужно зарабатывать деньги, потому что в этом мире от денег зависит очень много. И, конечно же, нужно зарабатывать много денег для счастья, чтобы делать какие-то покупки своей мечты, осуществлять свои какие-то большие цели, большие задачи. Для этого нужно много денег. Путешествовать по миру мы все хотим, мы все... Для этого, опять же, нужны деньги, нужны возможности, нужно время, нужно, чтобы вы не привязаны к рабочему месту были. И все это вы можете находить здесь, в проекте «Зарабатывай, путешествуй». И, соответственно, давайте такую людям возможность тоже быть счастливее. И вот для счастья нужно еще быть любимым, любить. И делайте все с любовью, и вы почувствуете отдачу также со стороны проекта.
Конечно, мы все быть хотим полезными, и несомненная вот часть каждого человека, каждый человек, принимая участие в проекте, он несет особую свою пользу, большую или маленькую, это все зависит от вас, но чем больше будет ваша организация, чем больше будет клиентов, тем больше вы пользы осуществляете, соответственно, польза всегда превращается в ценность, а ценность превращается в ваш доход. Это основополагающее. Иметь общение и друзей для счастья тоже нужно. И здесь в проекте, в единой такой вот индустрии туристической, можно иметь огромное количество новых знакомств, иметь общение. И, извините, прежде всего, конечно, это ваша команда, потому что ваша команда — это будут ваши друзья или люди, которые станут вашими друзьями и партнерами, и вы будете по жизни с ними двигаться в этом направлении. И это очень здорово, что такая возможность есть. Ну и иметь свое любимое дело тоже нам нужно для счастья. Так вот, проект, эта идея, которую я вам сегодня рассказал, это, конечно, для кого-то может стать любимым делом в своей жизни. И распоряжаться временем. Каждый должен иметь возможность распоряжаться временем. Это неотъемлемая часть нашего счастья. И в проекте такая возможность есть. Я вам уже зачитывал и проговаривал, что каждый распоряжается здесь своим временем самостоятельно, столько, сколько считает нужным. Вот что нужно людям для счастья. То же самое, что нужно нам всем. Поэтому дарите людям такую возможность. Ну и мы сила, когда мы все вместе. Чем больше нас будет становиться, тем интереснее будет становиться наша команда, потому что в команде всегда работать интереснее, веселее. Это вот наша последняя встреча 8 марта в офисе у нас в компании, где мы тоже представили новое направление. И развивайте свои команды, чтобы такие фотографии у каждого из вас были, только не в десятки, даже не в сотни, а в десятки и сотни тысяч людей по всему миру. И каждый из вас может это сделать. Проект «Зарабатывай, путешествуй». Мы сегодня достаточно подробно о нем поговорили, о всех его возможностях, о всех преимуществах. Ну, остается, вот видите, корабль впереди, который ждет в сентябре месяце каждого из вас. Остается сесть в этот корабль, вернее, сам корабль – это сам проект уже под названием «Зарабатывай, путешествуй» от компании Vitrol Group и Universe. Корабль уже начал свое путешествие, свое плавание. Он отправляется вот в такое плавание, и вы можете в него либо сесть, либо пройти мимо этой возможности. Остается пожелать удачи вам. Если у кого-то какие-то вопросы есть, можете их сюда написать или проговорить. Мы всю нашу встречу сегодняшнюю записывали. Вот такой материал полезный. Я думаю, вы что-то из него сегодня вынесли тоже. Всем спасибо за внимание. Девушек еще раз всех с праздником весны, с 8 марта. И у нас март не такой уж длинный. Сегодня уже 13 число. Полмесяца осталось, но вы помните, в этом месяце удваиваются все ваши заработки, связанные с продвижением пакетных скидок, пакетов на скидки, да? Воспользуйтесь этой возможностью и заработайте деньги, и попадите обязательно в круиз на корабле Allure of the Sea, который очень легко получить в подарок за активную работу. Всем удачи! Спасибо огромное. Спасибо.